Сочи, CrossFit Camp и я. Мы направляемся сейчас в Хелли Хэнсон для того, чтобы забрать подарки для нашего CrossFit Camp. Пойдем за нами. Знакомься, Константин. Так, что будем делать? Сейчас пару сотрудников идет. Значит, когда мы сюда летели, созвонились с ребятами, ребята сказали, что нам помогут и будут в дальнейшем оказывать поддержку на проведение мероприятий, которые мы будем устраивать в Роза Хуторе, и который мы будем проводить в Сочи, в центре. Так что в дальнейшем будем с ними сотрудничать. И потом мы вам покажем, что они дали нам в этот раз. Здесь все знают, как я люблю панамы. Сейчас я кепку меняю на панаму. Вон Хелли Хэнсон вот такую панамку сделал, прикольно. Ничуть не хуже моей той, которая из Америки. Такой я модник, сковородник. Крутая такая, знаешь, как снобордическая. Эрика? Нет, Эрика моя. Константином сейчас идем на склад собирать наши подарки, и потом уже у них все это отснимем. Так что следите и приходите, покупайте у них.